обратите внимание вот на это. Это дверь тут нарисована. Это кнопочка для экстренного открывания. Если заклинило вот эту дверь... Нет, не экстренно. Нет. Это когда ты сидишь в туалете, к тебе гости пришли. А, да-да-да. Ой, простите. Когда сидишь в туалете, например, ты не можешь сейчас срочно выйти к входной двери и пропустить там человека, который к тебе пришел. Нажимаешь на эту кнопочку, открывается... Сразу автоматически открывается входная дверь, и человек, который пришел, может сразу войти. Теперь это вот телефон нарисован, ну это понятно, да, что это переговоры. Теперь вот эта громкость, это нажимаешь погромче, если ты глухой, или вот потише можно сделать. Что меня тут?